Let's go to the heaven. In Indian? In Indian. In Hindi. Yes, Hindi. Chalo dildar chalo, chand ke paar chalo, hame tayyar chalo. I like Indian song, This is great. Very old song. Вышли мы из Хатама. Красивое вкусное кафе. Заплатили за все 102 дирхам. Вы видите, это все-таки мол. Ну это вообще, конечно, как так можно было классно задумать и сделать. Здорово. И вон рояль такой стоит, освещенный. И никто на нем пока не играет. Жалко. А вон магазин Brand Fulles. Наша цель. Пойдем посмотрим, Боже, что там. Я все время бьюсь об этот бордюрчик. Наташ, ну что, нравится этот мол? Нравится. Мне так нравятся вот такие вот деревья. Идиотизм. Как будто Новый год, но он давно уже прошел. Не, он, не знаю, уют какой-то создается. Кстати, в Джуски кафе есть. Я в первый раз уешь, там кафетерия. Прикольно. Да. Кто не хочет покупать, а ждет своих, просто может спокойненько себе сесть и отдыхать. А мы пока направляемся в Brand Fulles, посмотрим этот магазин, конечно. Бренды за копейки. Ну вот он уже начинается. Чистенький, знаешь, как мы говорили? Да, как мы уже в одном побывали, в Абу-Даби, кстати. Я даже назвала его, блин, бренды в секонд-хенде, помнится. Ну, такое идем, что интересное будет, то покажем, расскажем обязательно. Это ослик или как? Какой-то ослик вместе с верблюдиком. Боже. Наташа уже за 45 дирхам нашла такую вязаную игрушку прикольную. Ну, такое впечатление, что реально какая-то ручная, не знаю. Боже, он хороший такой, реально. Дружочек, дружок. Ой, а жалко какая, слушай, столько игрушек, я никогда не... Да, тут есть какой-то магазин такой большой с игрушками. Смотри, царевна жалоба. Боже, сколько она стоит? 14 дирхам всего. Лишь. А вон, смотри, что-то вязаное еще такое, не знаю. Мороженка. Мороженка вязаная. Мороженка, сколько мороженка? Сейчас узнаю. Или не узнаю. А, 25. И бджела майя. А вот бджела майя. И вот они тоже. По 35. Привет. Да, такие интересные игрушки для детей. Ну, в основном, когда заходим, слушай, одежда какое есть. Мягкое для деток расчесывать. Я думала, сейчас будет жесткое. Такие вот чиба представлен в Brand Fulles. Очень прилично. Есть и кофе, и чай, и всякие вот такие вещи. Это именно чибо. Классно. Ну да, тут одежды, по-моему, мало. То в основном такие вещи, игрушки. Наташа застряла уже прям в игрушечках. 15 дирхам вообще шикарно. А уточка? А что это? Подожди. За 9 дирхам уточка какая она? Кря-кря прикольная. А мыло изображено. Кстати, Наташа искала утку. Не говори. Да. Наташа искала утку буквально вчера. Мы в Ляйне ходили, позавчера. По Джимми Молл Наташа искала утку. Я не знаю зачем, но она ее искала. И вот нашла. Уточки. За 9 дирхам. А вот там уточки по 42 были. Такие желтенькие, прикольные, знаете, вид Супермена там всякого такого. Это судьба. Наташа нашла уточку. А что это такое вообще? Тоже детская шутка. Это какие-то платформочки. Слушай, а для чего? Bass and Sand Cups. Ну это что-то, наверное, это. Сент эти, как они? Песочек. Формочки, да? Формочки, да. Класс. 12 дирхам. А вот что это такое? Собачка какая-то. 38. Собачку что? Собачку в тосты засовывать? Что это? Да ладно. Ну вот смотри, тостерница, и собачку туда засовывать надо. Да нет, это мы еще не разобрались. Подожди, как это? Зачем? В общем, мы разберемся и обязательно будем засовывать собачку в тосты. Роза нет. Это, наверное... Заморозка? Я не понимаю. Я бы уже какие-то вещи посмотрела. Я не понимаю. Ну не носочки и труселя, а такие, ну как, Кельвин Кляйн там, и что, или что там есть такого. А вот что это такое за мяч? Мячик? Не знаю. Вотербол. А, вотербол. А, в воде кидаешь и больше не играешь. Кстати, вещей в этом магазине, таких как особенно футболок, всяких кроссовок, как мы показывали, нету. Но есть куча интересных других вещей. Тут для этого, я думала, ты со мной разговариваешь. А посмотри, какая классная. Это для собачек, видишь? Носить. А похоже на скалолазные такие, когда вот оно прицепляется. Это, наверное, только лишь этот... с каучука или чего-то. Смотри, какая штука классная. Может, такие люди и знают? А ну, что это? На пояс, когда ты... Вон, для рукавичек, для всяких это. Он занимаешься, когда... Повставляла себе это.
всякие. Для всяких тех сантехников классно ключи вставляют, да? Там не, ну это для девочек, это огород. А, для 19 девочек, да, вообще шикарно. Шикарно. Ну вообще да, здесь вот такие вот вещи всякие интересные есть по хорошим ценам. Ну еще раз, если нужны вещи такие как футболки, кроссовки, чтобы показывали в других наших магазинах и обзоров, тоже нормально, навало магазинов в Абу-Даби есть, в Дубае, в Шарже, в Аляне есть магазин в Аляйн-Моле. Так что сюда можете заскакивать, тоже интересные варианты посмотреть. Ну, а за другими вещами в другие моллы, в другие магазины. Здесь, кстати, есть и Макс, и Центрпоинт, и много других магазинов. Мы зайдем еще тоже посмотрим. Ну, вот такой бренд Фолес интересный. Вот впервые вижу, чтобы не было вот конкретных вещей таких. Здесь есть чибо такие, здесь вот чибо представлено. Лифчики есть, труселя всякие. Ну, вот такой необычный бренд Фолес, необычный. Ну вот смотрите, получается, здесь вещи в основном висят. Вот чибо представлено ярко. Это фирма. Но вещи хорошие, качественные. Хотя бы хочу вам показать. Вот такая футболочка симпатичная, 9 дирхам стоит. Ну, это классные цены. Мне нравятся такие цены. Ну, вот в основном здесь вся коллекция чибо. А, представляете, мы немножечко ошиблись. Мы правильно выбрали бренд Фолес. Смотрите, видите, Прозенте Чибо Ворд. А вот бренд Фолес, и вот здесь все эти вещи. И Кельвин Кляйн, и Ральф Лорен, и целая куча всего. А мы зайдем сюда попозже уже. Если честно, очень хочу пить после хатама, очень хочу водички купить. На что, в Луву зайдем сейчас? А может мясо чуть-чуть, как так бы потому это. Потому что мы просто пить хотим. Да. Наверное, мы просто очень хотим пить, поэтому сейчас зайдем в Луку, купим водички. И да, хотелось в этом бренд Фолесе так полазить хорошенько. Привет. Пошли мы в Луку. Мало того, что он огромный такой, что мы просто в шоке. Вы просто посмотрите, какой Луку вообще. Ничего себе. А смотрите, что здесь вообще купить можно. Шашлыки шикарные. Это за сколько? За килограмм. За килограмм. О, боже мой, 52,40 за килограмм. 41,90 за килограмм. 62,90 за килограмм. 52,40. 52,40. 6,90. Что, за килограмм? Да ладно. Нет, за штучку, наверное. Да, за штучку. Вот это классные вещи. То есть, народ, смотрите, здесь просто вам еду делают. Делают теплой. Какая рыбка. Делают теплой и на вынос запросто. Ой, рыба вообще за килограмм. Целое филе. Ну вот снова, по-моему, к нам придалбывается, что мы камеру выключали. Нет. А мне показалось, что мужик подошел, сказал что-то. Вот рис спокойно вам разогреет. Это очень дешево. Шаурма тоже вам разогреют, вы в отеле покушаете. Кумча, я не знаю, что это кумча, но очень красиво. Это, по-моему, вкусные индийские лепешки. Ёлки-палки. Вот это вот очень вкусная парата за 1 дирхам. Это такое объедение, мы точно показывали в видео. Короче, я поняла, где кушать надо. Это вкусная вермишель. Кстати, можете здесь взять, вам разогреют, и вы в фудкорте поедите. Это просто класс. Так что, народ. Вот такие вам лайфхаки, как дешево покушать в Абу-Даби. Класс. Слушай, я сама в шоке. Я сама уже хочу. Только что поела, опять хочу. Знаете, тут еще не заканчивается просто еда. Вот мы там смотрели, хот-фуд написано, вот еще здесь есть. Боже, рыбы, тут и супы есть. Вот это вкусные вот эти котлетки мы любим. Либо не с ней, это либо не с мусакой. И супы, и салаты. Боже мой. То есть это просто все здорово, все классно сделано, и можно себе ходить и выбирать еду. Какая же вкусная. Ну вы понимаете, что не заканчивается просто. И луку будет огромный, но он еще там будет. Это какой-то супер лулу. Вот мы еще, может, еще действительно тебе есть где-то этот сок. Вау, целая куча всего. Мы зашли, из лулу вышли. Зашли в лифт, не понимаем, куда нам выехать. Нам сюда. А, суп, граунд флоу. Идем на суп теперь. Теперь мы на супе. Сук, это помним, рынок, да? Гуляли мы на Сук-эль-Бахар. Было классно. Видео смотрите обязательно. Вот мы на этом суке. На Сук-эль-Бахаре тоже платочки покупали. Хочется посмотреть, почем здесь. Hi, how much? Hey. How much? 30 dirhams. Стоит 30. А мы почем покупали? Silk.
Yes, по-моему, тоже по 30 покупали, Наташа. Почему мы покупали? Do you have more? Yeah, of course. Okay, can you show us? Many more. Just want to see colors. Наташа, пошли, идем. Мальчик. Ну, давай посмотрим, а что нет? Ну, кстати, сам рынок, смотрите, какой он классный. Вообще просто. Пошли. Это мы из Лулу. Мы просто из Лулу спустились на этаж. Вау. Смотрите, какие цвета. Вот синий балдежный. Украина. Try to guess. I don't know. Ukraine. Where are you from? I'm from Kashmir. Oh. Kashmir, India? Yeah, Himalaya. Yes. Nice place. We never been there. We was in India twice, but hope you will come. Ukraine? No. We are walking here. We are walking. How is the situation now? Not good. Family there? Yes. All family there, we are here. Thank you, my dear. Да, все люди знают о нашей ситуации в стране, и очень многие, конечно, высказывают нам сочувствие. Смотрите, как красиво все здесь оформлено. Flamboyant. We want flamboyant, Carl. Yes, you are right. Смотрите, вот этот, мне синий очень нравится, очень классно. Угу. Не знаю, я бы еще один на подарок бы взяла. Вот честно, просто он красивого цвета. Наташа, поставь. Thank you. Так, наши покупочки. Это, в общем, народ, рекомендуем просто вот зайти потом на сук и просто насладиться цветами. Ну, тоже симпатичный такой шарфик, да? Вот именно вот он на... Ну, разберемся, кому. Говорит, есть и это из Кашмира. Индия, Кашмир. Приятный продавец какой. В общем, будем покупать, выбирать подарок обязательно. Мне нравятся такие платочки. Ну, во-первых, подарок классный. Во-вторых, скажу вам честно, что он легкий. И никакого веса он не занимает в самолете. А вот полкило фиников занимают прилично. А ну, again, can you sing again? Let's go to the heaven. I'm Indian. In Indian. In Hindi. Yes, Hindi. Chalo dil dar chalo, chand ke paar chalo, hame tayyar chalo. I like Indian song, you know. This is great. It's a very old song. It's very old. Yes. Maybe I was not born back. Who sings this song? Mohammad Rafiq. Mama? Mohammad Rafiq. He was a singer.